I'm on fire. В Overwatch идет празднование лунного Нового года, и в центре внимания сейчас режим «Захват флага». В этом режиме можно услышать, как герои реагируют на захват или потерю флага, и часто эти реакции бывают очень эмоциональными. Давайте же их послушаем. Флаг захвачен. Кто молодец? Опять я всю команду тащу. Та-та-та-та. Давайте больше так не будем. Да что ж такое? Такой результат просто недопустим. Как мы такое допустили? Я по-прежнему на шаг впереди вас. Рано меня сбрасывать со счетов. Такого мы не планировали. Печально. Флаг противника захвачен. Всего лишь делаю свою работу. А, вы серьезно? Этого не должно было случиться. Срочная доставка. Да, наша взяла. Укрепим оборону. Не позволим врагу повторить успех. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Я захватил флаг. Флаг захвачен. Все ради команды. Временные трудности. Мы одолеем все препятствия. Я захватил флаг. Флаг неприятеля у нас. Кто это допустил? Мы отомстим. Как конфету у ребенка. Легко. Проигрывать — это не для меня. Так не пойдет. Нужно укрепить оборону. Очко в нашу пользу. Флаг противника захвачен. Хватайте флаг! Чего он там простаивает? Ну заберите уже этот флаг! А давайте за флагом сходим! Эй! Флаг охранять кто будет? Не смейте отдавать наш флаг! Верните чертов флаг! Верните флаг, что ли? Так, флаг подобрал. Дальше-то что? Флаг! У меня! Ну его этот флаг! Я ладошки натер! Я выбросил флаг! Сами его тащите! Такс! Что тут у нас? Флаг полетел на базу. Флаг у врага! Давайте его взорвем! Врага, а не флаг! Флаг у врага! Держи, вора! Ха! Они уронили наш флаг! Им этот флаг нужен вообще? Да это... Да они... Да как вообще... Да! Как-то нехорошо получилось. Запускайте салют! Флаг у меня! Парам-парам-пам! А вот этого в моих планах не было. Это не должно повториться. Я приведу нас к победе. Вот как надо. А, мы им поддались. А, ну что ж ты так? Думаете, это просто? Для меня да. Лусио ведет! Не так я себе это представлял. Ловко? Ничего не скажешь. Хорошие парни побеждают. Теперь флаг наш. Не стоит превращать это в привычку. Нежелательный результат. Это было неизбежно. Кто-то сомневался в таком исходе? Давайте утащим их флаг! У меня флаг! Бегом-бегом на базу! А что здесь наш флаг делает? Отправляю наш флаг домой. О нет! У них наш флаг! Быстрее на базу с флагом! Так нечестно! Ничего страшного, мы ведь отыграемся. У меня получилось!
Еще одна маленькая победа. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Необходимо усилить защиту нашего флага. Флаг захвачен. Жду новых инструкций. Процедура захвата флага завершена. Это недопустимо! В следующий раз враг не пройдет! Флаг теперь наш! Я захватил флаг! Все должно было быть иначе. Они нашли брешь в нашей защите. Вот так. Кто-то же должен контролировать ситуацию. Досадное недоразумение. Это не должно повториться. Необходимо защитить флаг от будущих посягательств. Я захватила вражеский флаг. Флаг теперь у меня. Так, собрались, чтобы такого больше не было. Нужно укрепить оборону. Это не должно повториться. Хорошие парни побеждают. Цель захвачена. Кажется, мы не для этого сюда пришли. Может, мне просто счет взломать? Вот как надо. Все приходится делать самой. Враг увеличил счет. Тревога. Противник захватил наш флаг. Счет увеличен. Статус флага захвачен. Ха, ну ладно, дали им фору. Вот не надо так больше, да? И что, сложно разве? Проще пареные репы. Да как так? Ну все, хватит с меня. Что, слишком быстро? Вам меня не поймать. Вот и вся защита. Какая досада. Очко в пользу Слина. Получите, распишитесь. Давайте больше так не делать. Мы еще отыграемся. Вам посылка. Вовремя, правда? Я просто оставлю это здесь. Забудьте. Только не пропустите следующий. Еще отыграемся. Фарра сдает флаг. Кто следующий? Флаг противника захвачен. Временные трудности. Не позволим этому повториться. Ха-ха, непозволительно просто. Это было неизбежно. В плане этого не было. Все должно было пройти по-другому. Это наша добыча. Вот так это делается.